Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте видео. Ссылка на телеграм в описании. Подросток из Великобритании проверил свой банковский баланс и обнаружил, что он стал мультимиллионером. Об этом пишет издание Mirror. 18-летний Дин Гелеспи имел на счету 8,9 миллионов фунтов стерлингов. Парень был озадачен, потому что он не играл в лотерею. Его мама по имени Кэролайн была столь же шокирована. Мы не могли поверить в это. Мой сын несколько часов думал, что он миллионер. Он пришел ко мне и сказал, я собираюсь заказать Порш, рассказывает мама парня. Как оказалось накануне, он перечислил на свой счет чек от бабушки в 8900 фунтов стерлингов, впрочем из-за ошибки банка была переведена сумма с тремя лишними ноликами. А что вы думаете по этому поводу? Ставьте лайк и пишите свои мысли в комментариях. Женщина уговорила сына не тратить чужие средства, парень разочаровался, ведь уже строил планы на эти средства, однако решил прислушаться к советам своей мамы. Не будь глупцом, это не наши деньги, нам нужно разобраться, сказала мама. Впоследствии, как оказалось, банк заметил ошибку и исправил ее, счет был скорректирован, была переведена верная сумма. Как 18-летний парень, который был миллионером в течение дня, он просто не мог в это поверить. Он просто хотел пойти и потратить все, но если бы он это сделал, то должен был вернуть средства. Он думал, что все его дни рождения наступили в то утро. Это безумие, добавила женщина. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами. До встречи.